Девчонки, всем привет! Я нахожусь в таком шикарном месте, на таком классном мероприятии. Это презентация Philips плойки. Я, кстати, буду экспериментировать на своих волосах и вам покажу результат. И скажу, понравилось мне или нет. Скажу честно. И нахожусь в студии аренды платьев дизайнерской My Look. Девочки, смотрите, как нас тут много. И вот это вот все бьюти-блогеры. Это мы тут, в общем, мамы этого бьюти. А все остальные красотки бьюти-блогеры. Мама-блогер. Мы пока мама-блогер. Вот. Мы тут, в общем, фуршетимся. Здрасте. Вот. Нас тут угощают всякими вкусностями и шампанским. Но так как я за рулем, шампанское не пью. Ну и плюс то, что у меня ангина была и есть, и я пью антибиотики. Поэтому тоже пить нельзя. Но вкусненько. Девочки, чувствую себя в салоне красоты. Даже еще лучше. Ну, это не классический салон красоты, он еще лучше. Тут и платье, шампанское, мужчины. Ну, это кстати, просто... как правило, мужчин здесь нет. Чисто такой девочка. Это бонус для нас. Ну да, это же, кстати, у нас пати. Сегодня, да. Да, у нас девичник. Филипс. Филипс, это нам Филипс устроил девичник с камерами, с фотоаппаратами, с платьями, в общем, с красотой. Я сама себе завидую, скажу честно. Девчонки, выбираю платье, это первое. Оно обычное, но в то же время что-то в нем есть. У меня их три будет, я вам покажу все три и потом выберу, в котором буду сфотографироваться. Вот. Ну, такое оно своеобразное. И как раз колье сюда очень подходит. Вот. Спасибо. Вот так. Я с елочкой очень хорошо смотрю. Спасибо. В это кресло присесть. В это кресло? Да, если можно. Можно. Девочки, это второе платье. Вот такое вот оно. Тоже своеобразное, как я говорила. Напоминает мне какой-то стиль 30-х. Тут в виде майки. Ну как, майка-футболка. И такой низ. Ткань атлас и шифон комбинированный. Сейчас еще одну вам покажу. Черная со шлейфом. Посмотрим. Как-то не знаю, мне хочется длинная. Не хочу короткая. Хотя очень много красивых коротких. Ну и вот это черная со шлейфом, о которой я вам говорила. Тут офигенный шлейф просто. А тут ножки видно. Вот. И, как я говорила, мне нравится вырез. Он показывает косточки. Очень здорово. В общем, не знаю, какое выбрать. Скорее всего, что, наверное, выберу это.
тут меня фотографирует. Опа. И не знаю, какое платье больше всего понравилось вам? Напишите мне в комментарии, реально очень интересно. Я склоняюсь больше к этому. Плюс, когда делаешь фотосессию, этим шлейфом можно очень здорово поиграться. Поэтому я, наверное, выбираю это платье. Вот. И сейчас, может, возьму какой-то аксессуар у девочек. Может быть, обруч или что-то такое. Хотя у меня довольно яркие губы, и я специально сделала яркий макияж. Вот. Поэтому, мне кажется, я платье дополняю, как вам кажется. Но вот здесь вот я... Раньше так не было. Видите, ребра видно. Худая. Худая, ну что поделаешь. Опа. Как красиво. Девчонки, вот еще одно платье. Я фотографировалась там черным, и вот сейчас выбрала еще вот такое вот белое. Тут очень классное платье, мне так нравится. Вот это вообще очень такое кружевное, такое романтичное. Сейчас буду фотографироваться на качели. Как раз это платье под качельку. Скоро буду фотки, я вам обязательно покажу. Влюбилась в это платье, просто влюбилась. Тут тоже шлейф. И оно такое красивое. Ой, прям вообще. Вся моя накрутка спала, потому что я вчера помыла голову, и когда волосы чистые, тогда накрутка почти не держится. Плюс мне лаком не сбрызгивали. И вот такой кипиш на голове. Но если честно, мне нравится. Вообще стильный. Девочки, как вам платье? В общем, я фоткалась в черном и в этом белом. Ну ничего. Очень круто. Красиво. Красиво, красиво. Мне самому нравится, спасибо. Блогеры, блогеры. Как вам мой новый выбор? Ух ты, красиво. Олечка. Ой, Татя зубит. Шо, зая? Да. Я, Олечка, дальше. Я тебя сниму. Вот. Такая косушка не очень. Красивая очень. А вон и Настя. Она так спряталась. Классная прическа. Я уже прошла мимо, такая посмотрела, какие вы у меня тут красотки вообще, девчонки. Я еще видите, в полном раздеве. Ты говорил бьюти-блогерам, и такие, нет, извините. Да. Ты видела, как у меня накрасилась круто вообще, да? Я прямо вроде... Та ну ладно. Мне так нравится. Та ну ладно. Золотяшки такие. Ой, тут много. Девочки, а может станем помимо мамами еще бьюти-блогерами? Такие открыли по два канала. Один мамский, один такой бьюти. Девчонки, а я же начинала, кстати, как бьюти-блогер. У меня же начинали с видео бьюти. Потом у меня был шопинг из США, я много делала видео на бьюти. А потом я поняла, что женщина, которая мама и жена, ее интересует вообще все. И не можем мы ограничить себя одной какой-то темой, правда же? Ты мой единомышленник. Да. Девочки, я познакомилась с Дианой, правильно? Да, давайте. Вот, это бьюти-блогер. Да у нас тут все бьюти, все блогеры. Вообще, все красивые. Такая очень приятная девушка. Да. Мы сегодня тут украшали. Я уже отукрашалась. Девочки вот только сейчас будут фоткаться. Вот. Еще одна блогерка. Вот тут такая. Давай, давай к нам. Это Юлия, микс стайл капучино. В общем, сегодня YouTube весь здесь. Да. Девчонки, я уже дома, как видите, все опало. Ну, потому что не было лака.
Ну, ничего страшного. Наш папа уже вернулся домой, мы сейчас с Демкой и с Доминикой будем играться. Ужин уже был готов со вчерашнего дня, но папа решил нас порадовать и принес суши. Потом мы пойдем поужинаем, потом будем играться. И на этом, наверное, я влог закончу. Я сейчас просто до сорока бесилась, и у меня одышка. Вот, и мы сейчас снимали для вас такое новогоднее видео, правда, оно будет не у меня на канале, вот, но в виде розыгрыша такого. Ну, потом расскажу, в общем, прикольное такое. Смеялись. На этом, наверное, девочки, влог закончу. Сейчас будет нарезка с детворой, и на этом попрощаюсь. Всех люблю, целую, пока. Дёма, ням-ням хочешь, да? Печеньку хочешь, красный нос, Дед Мороз? А Дёма поймала сваль. Да, поймала сваль. Дёма поцеловался с ним. Покажи, как ты любишь папу. Вот так, обнимай папу. Скажи, люблю папу. Скажи, я и так люблю, не надо мне тут телячьих нежностей. Да. Тогда что-нибудь поесть. Я, девочки, кстати, в детстве носом, мама думала, что у меня, в общем, шрам будет на носу, потому что я всегда, когда бежала к ней, я тормозила нос. Дёма, отдай маме Дёму быстро! Дёма, маме отдай, пожалуйста, отдай маме Дёму!